Всем привет! Мы находимся в городе Киржач Владимирской области. Сегодня у очаровательной девушки Ирины день рождения. Она следит за моим творчеством и за нашим проектом. Мы с ее супругом решили сделать для нее сюрприз. Андрей пригласил ее на ужин, и она даже не подозревает, что сейчас будет происходить. Так, погнали! Вау! Так, говори, что случилось. Я волнуюсь, как первый раз. Ты мне извини. Да, спасибо. Сам, как ее любимого. Какой? Сумишевский, кажется. Есть только Сумишевский? Осенний вечер, спустилась грусть. Час нашей встречи, я все ж дождусь. Придет тот час и миг, когда ты вновь подаришь радость и свою любовь. Я здесь в ненастье, ты там одна. Ну где ж ты счастье и моя весна? Давайте поддержим аплодисментами. Давайте вместе споем. Белые туманы, серые дожди, в жизни одиноки. С днем рождения вас, всего самого хорошего. Будьте счастливы. Верю, что ты будешь. Верю, не забудешь ты никогда меня. Я поздравляю вас с днем рождения, Ирина. Всего вам самого хорошего. Мы очень старались с вашим супругом сделать сюрприз. Надеюсь, что он удался. И на славу еще раз с днем рождения. Будьте всегда такой же красивой, молодой. И пусть у вас всегда все будет хорошо. Дайте вас поцелую. Даже купили билеты в том году, но не получилось у нас приехать, так и пропали билеты. Но я не ожидала, что вы сюда к нам приедете. Просто. Я очень рад, что все хорошо, что вам понравилось. Спасибо. Мы, правда, старались. Большое. Вообще песен будет много сегодня, но я хочу, чтобы вы всегда оставались самой лучшей женщиной для своих родных и близких, для своего супруга. Еще одна песня, она так и называется «Самая лучшая женщина». Самая лучшая женщина, город.
страшная